Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в понедельник разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эмираты обвинили в поддержке террористических группировок, включая братьев-мусульман. Саудовская Аравия объявила, что останавливает все наземное, водное и воздушное сообщение с Эмиратом. Государственная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что приостанавливает все полеты в столицу Катара, Доху и обратно. Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты дали всем катарским посетителям 3 дня на выезд. Катар также исключили из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько лет это самый серьезный раскол в отношениях между наиболее влиятельными арабскими странами. Экономический удар последовал незамедлительно. Биржевой индекс Катара рухнул на 8%. Упала стоимость акций из стран, объявивших о разрыве. Когда сегодня открылись катарские биржи, мы увидели резкий скачок вниз. В начале сессии скачок составил почти 800 пунктов, и это сказалось на нас сильнее, чем обычно. Надеемся, что это влияние временное. Я считаю, что оно временное, и что рынки вернутся в состояние, которое было до принятия решения. Турция уже призвала страны к диалогу. У стран могут быть какие-то разногласия, разные взгляды, но диалог должен продолжаться при любых обстоятельствах, и проблемы необходимо разрешать мирно. Власти Катара отвергают обвинения в том, что поддерживают террористические группы. Они также говорят, что против них развернули клеветническую кампанию.